Здравствуйте, это 409-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, основатель школы траблшутеров, автор 11 видеокурсов, сотни вебинаров, 55 книг и 1000 статей, руководил 200 проектов в 26 индустриях 50 стран, один из наиболее просматриваемых людей планеты из сети деловых контактов LinkedIn. Не поворачивается язык говорить «эффективная правда», не вяжется у меня словосочетание, но раз этот навык оказался в списке навыков подкаста «Траблшутинг», так тому и быть. Будем изучать, как это говорить правду как навык, и что мы вообще понимаем под правдой. Олег, начинаем с определения. Что мы будем понимать под этим широченным по смыслу термином? Давайте сузим его, уложим в наше прокрустовое ложе смыслов нашего подкаста. Давайте, Евгений. Правда – это одно из сложнейших понятий, которые большинство людей используют, не понимая истинного значения слова. Прославянская этимология относит нас к правоте, то есть верности, но не абсолютной. В таком случае это будет истина, которая объективна и не зависит от излагающего. Правда – это такое понимание ситуации, которое необходимо для убежденности и решимости действовать. Правда часто противопоставляется лжи, тому, что не соответствует действительности или является намеренным искажением объективности, то есть неправдой. Повторюсь, истина – это объективная реальность или действительность. А вот правда – это соответствие положению вещей по мнению индивида. То есть истина – это эталон, а правда – это эгоистичное представление об истине. Мы сегодня затронем еще поговорки про то, что правда у каждого своя, и субъективное мировосприятие, и даже, возможно, залезем в уравнение Шрёдингера и в волновой эксперимент с электронами. Все это касается правды, но пойдем по плану. Кому и для чего в этой жизни нужна правда? Правда нужна каждому человеку, чтобы на что-то опираться, иметь мнение, строить суждения. Она образуется путем вспоминания прошлого, созерцания происходящего и проектирования будущего. К истине сложно приблизиться даже громадным коллективам ученых, а вот правда у каждого вполне может быть своя, как вы уже мудро заметили. Причем она может быть неверной, искаженной и уж точно будет субъективной. Но пока человек верит в свои взгляды и насколько может добросовестно проводит анализ происходящего, все, до чего он додумался, дошел своим умом, увидел глазами и услышал, после интерпретации становится правдой, его правдой, от которой он станет отталкиваться, принимать во внимание, строить собственную картину мира и влиять на других. Получается, что правда или заблуждение – это только всего лишь верит человек в то, что он придумал, или не верит. То есть правда, она может быть заблуждением. Что будет, если игнорировать правду, пренебрегать ею с обоих сторон, например, когда мы имеем две противоположные точки зрения? Такое встречается особенно при продаже жилплощади, коммерческой недвижимости, бизнеса или инвестировании. Каждая из сторон убеждает сначала себя для выстраивания позиций, затем пытается воздействовать на оппонентов. С другой стороны, тоже понимают, что любые доводы приводятся для изменения цены в выгодную сторону и практически не принимаются во внимание. То есть оппоненты больше думают над собственными аргументами, чем над анализом услышанного. В этом случае важнее не логика, а понимание, хочу ли я входить в сделку. Правда в том, насколько и для чего нужны деньги, есть ли альтернативы. Но об этом визави, конечно, не говорят. Все опираются в элементы взаимного уважения и всеми силами пытаются получить выгоду, а не завершить желаемую операцию. Так, если я правильно понял, мы противопоставляем по смыслу подкаста понятие правды, понятие истины, которое, как известно, непостижимо. Докопаться до нее нельзя, хотя в силу того, что органы восприятия у человека ограничены, тоже нуждаются в калибровке. И получается, что мы добираемся до сути поговорки «правда у каждого своя». Что это означает? Не отменяет ли это саму идею правды? Получается, что у каждого из семи слепых мудрецов правды будет то, что слон одного похож на веревку, другого на лоскуту, третьего на столб и так далее. Евгений, вы абсолютно правы. Правда и должна быть у каждого своя. Об этом-то и мы говорим с самого начала. Но Евгений не зря задает этот вопрос. Повторимся, чтобы лучше осело в памяти. Правда – это отражение действительности в сознании, а не действительность сама по себе. Вам кажется, что нечто является дорогим, а мне нет. Я уверен, что вкусно, а вам не нравится. Так и должно быть. Иначе бы люди еще на заре человечества поубивали бы друг друга. А так нам нравятся разные женщины, мужчины, одеяния, блюда, дома, маршруты. Поиск правды на самом деле является путем к истине,
которая всеми силами старается оставаться непостижимой, вероятно, чтобы не потерять своего шарма. Что может выглядеть как правда, казаться правдой, но ею, скорее всего, являться не будет? Есть такое? Субъективные искажения нередко рисуют правдоподобные картины, которые похожи на правду, но ею не становятся из-за грубых ошибок логики или восприятия. Например, мы с вами видим, что три человека разбегаются с перекрестка в разные стороны. Какие выводы можно сделать? Какие варианты набросать? Психически здоровые и опытные люди предложат наиболее вероятные варианты. Их еще нередко называют правдоподобными. Но кому-то может привидеться нечто невероятное. Вот это и станет странностью. Но будет оставаться правдой конкретной личности. Если вы верите, что инопланетяне существуют, или полагаете, что Земля плоская, как ни странно, это и есть ваша правда, которую яростно станут отрицать многие просвещенные люди, навязывая свои правды, не обязательно истинные. Итак, есть у нас в голове некоторая правда, которая субъективна и своя, и мы пытаемся донести ее до собеседника. Предположим, что у него нет никакой правды по этому вопросу, и табула раса. Более удобный вариант, нежели чем она у него есть, и нам нужно с ним спорить. Каковы будут правила передачи нашей правде ему, так, чтобы желательно его правда по большей части совпадала с нашей? Первое. Помните, что на людей желательно влиять вежливостью и аргументацией. Второе. Сформулируйте для себя мысль, которую собираетесь донести. Третье. Отыщите малейшие зацепки в мыслях визави, чтобы на них опереться. Четвертое. Начинайте с не самых противоречивых посылов. И пятое. Уважайте мнение других, то есть того человека, которому пытаетесь правду предложить, навязать или обменять ему не видение на правду, на вашу правду. Какие ошибки могут допускаться доносящим свою правду до другого лица, которые снижают эффективность появления похожей правды в голове собеседника? Первое – это использовать агрессию, хитрости, подлости, вероломство и манипуляции. Второе – действовать нетерпеливо, нахрапом, требуя беспрекословного доверия. Третье – пытаться переубедить визави за один ход, поддав харизме и голосу. Четвертое – надеяться скорректировать мировоззрение, создаваемое годами. И пятое – угрожать осложнениями и санкциями при несогласии. Каковы особенности использования правды в зависимости от профессиональной деятельности вида? Кто в силу этой деятельности будет профессиональным правдорубом, говорить неприятную, но правду, разделяемую большинством, а кто будет профессиональным лжецом и говорить то, что люди хотят слышать? Профессиональным правдорубом может быть человек, который или уже многого добился, или наоборот, ни к чему не стремящийся. Говорить правду почти всегда опасно по тысяче причин. Вы раскрываете свои или чужие секреты, наступаете кому-то на мозоль или разрушаете манипуляции. Может быть, вы показываете перспективность лжи и наивность доверия. Некоторые политики примеряют на себя роль правдоруба, но говорят не всю правду, а лишь ту часть, которая не солит власти на хвост. Иначе можем лишиться доступа к кормушке, что явно того не стоит. Профессиональные лжецы – это рекламщики, маркетологи, артисты и предприниматели. Например, последние уговаривают персонал работать на себя вместо того, чтобы учить строить собственный бизнес и отпускать с миром. Допустим, в голове у нас есть некое положение вещей, ну, скажем так, y равно x квадрат. Мы считаем это правдой и пытаемся доносить ее другим. Как убедиться, что то, что мы пытаемся донести, действительно является правдой, является таковой? Я веду речь о верификации или достаточно просто субъективной уверенности в том, что это моя правда, и хочу ее и доношу. Верификация – это очень точное слово и полезная привычка. Рассматривать все с разных сторон. Как выглядит правда, которую мы собираемся донести? Согласно древнегреческой байке, к Сократу знакомый как-то подошел и говорит: «Давай-ка я тебе расскажу об одном из своих учеников». На что Сократ сказал: «Давай проведем испытание тройным фильтром. Ты уверен в правдивости того, что ты хочешь сообщить? Нет. Это что-то хорошее? Нет. А мне это пользу принесет? Нет». Все ответы знакомого оказались отрицательными. И таким образом якобы собрат не узнал, что его ученик Платон переспал с его женой Ксатотипой. Как правильно доносить то, что мы считаем правдой, до лиц мужского пола, женского пола, а также детей, учитывая особенности восприятия и каналов восприятия ими информации?
До мужчин правду доносить проще. Они подвержены давлению аргументов и являются сторонниками логики. На них можно воздействовать и иерархией, авторитетом и лестью. Вот женщины так просто не сдаются. Они всегда знают, чего хотят. И правда других людей им просто бывает неинтересна. Аргументы в собственную пользу они используют многократно и с разной тональностью. А вот против игнорируют все без зазрения совести. К чему расстраивать себя неправотой, лучше убедиться в собственной непогрешимости хотя бы в своих же глазах. Вот детям понятие правды вообще неинтересно. Им нужна выгода. Когда у тебя нет денег и способов влияния на мир, бывает выгоднее придерживаться противоречивых взглядов, выторговывая себе вкусненькое, красивенькое или послабление любых видов, скажем, послабления режима. Известна поговорка «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Горькая, неприятная правда, частенько прилагательное определение, употребляемое вместе с этим существительным. Что это означает, почему правда бывает неприятна, и что это означает для ее адресата, может быть, нужно что-то о себе узнать, может быть, она попадает в точку? Всегда неприятно оказаться неправым, особенно после того, как понимаешь, что долгий срок упирался зазря. Возникает обида, причем даже не на себя, а на другого, который прижал к стенке и практически унизил. Поэтому желательно быть как можно вкрадчивее, и лучший вариант – это давать такие прозрачные намеки, чтобы у человека был шанс додуматься и исправиться самостоятельно. В этом случае уже вам нужно для себя решить, что важнее – оказаться правым, сохранить или даже, быть может, улучшить отношения, если возможно. Вопрос дозировки правды возникает в зависимости от ситуации. Правдой же можно ранить, нанести ущерб или солгать можно точно так же делать. Как решать вопрос дозировки правды? Отличный вопрос. Правда действительно может ранить и соднить. Ее оглашение может решить судьбы, репутации, разрушить имиджи и бренды. Как, впрочем, и ложь. Все зависит от ваших целей. Врага бывает нужно ошарашить так, чтобы отпало всякое желание спорить или сражаться. А бывает нужно взорвавшегося друга или соратника привести в чувство. Тут впору вспомнить древнюю поговорку. Все в малых дозах лекарства, все в громадных дозах яд. Как распознать правду, а также ложь с высокой степенью точности? Все зависит от того, как близко ваши сведения подбираются к истине. Если вы провели множественные эксперименты, пообщались с экспертами, потратили время или деньги на верификацию, о которой мы уже говорили, то шансы возрастают, но никогда даже и близко не приближаются к 100%. На каждом уровне науки и техники познания и технологии приближаются к очередному пику правды, который на следующем витке прогресса вдруг оборачивается почти в абсолютную ложь. К этому следует привыкнуть, принимать во внимание и никогда не гнаться за недостижимыми абсолютизмами. Одно из устойчивых выражений или желаний человечества – «хочу знать правду», хочется ответить, оно тебе точно надо. Стоит ли пытаться выяснять правду, Олег, и как правильно это делать? Фактически правду выяснять не нужно. Любое текущее ваше представление, как мы говорили с Евгением, и есть правда. Правду желательно приближать к истине. Тогда больше шансов на то, что при верном представлении действительности станете принимать точные решения, приводящие к цели. Почти каждая девушка и женщина считает себя временами неотразимой. Это далеко не всегда правда, но стоит ли это обсуждать с той, кто решил сегодня блистать? Если вы хотите поссориться и получить врага, действуйте, только знайте. Женщина страшна, как враг, поэтому все помнит и никогда не останавливается. Правда выяснена, и, допустим, она близка к истине. Ну, например, нам изменяет муж нашей слушательницы. Что с этим делать дальше? Как с этим жить? Хороший вопрос. Если вы что-то узнали, возникает первый вариант – использовать фильтры Сократа. Вариант второй – разобраться в себе. Вот мы всегда говорим, допустим, человек украл. А был ли у него шанс не украсть? Муж изменил, а был ли у него шанс не изменять? Возможно, вы устроили дома такой террор, добиваясь чего-то, скажем, шубы, квартиры, машины, что вы там довели бедного человека до коленя. Простой пример. Почти все физики знают, что теория относительности Эйнштейна крайне несостоятельна, но из уважения к великому ученому делают вид, что ничего страшного не происходит. Граждане почти любой территории ведают, кто именно из чиновников как проворовался, там, нажился и напакостил, и почти всегда подобная правда дремлет до поры до времени, не умирает, а тихорится, чтобы, накопившись в значительных объемах, полыхнуть ярким пламенем крайней степени недовольства происходящим. В этом и парадокс. Неправды должно стать настолько много, чтобы народное терпение или терпение конкретного человека лопнуло. И тогда толпа или человек начинает крушить все на своем
пути, включая отношения и, может быть, даже имущество. Поэтому, кстати, политики делают все, чтобы неправда наслаивалась органично, если, конечно, данный процесс вообще может быть естественным. Обманывает, собственно, народ с доверенных или захваченных трибун, ну, есть ли что-нибудь более гадкое на свете? Кто и для чего может манипулировать сокрытием правды, полным или частичным? Тот, кто неправомерно удерживает ресурс, власть, стремится к выгоде или наживе. Манипуляция правдой встречается повсеместно. Располневшей жене муж обязан говорить, что она обворожительна, иначе подорвет не только собственный брак, но и самооценку матери своих детей. Женщина вынуждена говорить мужчине, что он лучший, хотя сама может так и не считать, но именно так привязывает к себе, удерживает и внушает стремление к совершенствованию и, может быть, даже первенству. Продавец всегда манипулирует правдой. Мы об этом говорили даже не в одном подкасте. Называя это феноменом асимметричности осведомленности. А как иначе получить прибыль с товара или услуги, если честно рассказать, сколько было потрачено ресурсов? Хотя, откровенно говоря, у немцев и японцев это получается. Есть ли какой-то интерес у правды к правде у государства, учитывая субъективный характер этой штуки, и как законодательным образом регулируются, если регулируются вопросы, касающиеся правды, близкой, опять же, к истине. Есть как минимум 3 кодекса Российской Федерации, где слово «правда» так или иначе звучит. В Уголовном кодексе статья 307 гласит об ответственности за заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или даже неправильный перевод. Гражданско-правовой кодекс, статья 176, предупреждает свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Ну и кодекс об административных правонарушениях, статья 17.9, тоже говорит об ответственности за ложные показания. Как обучаться говорить правду, воспринимать правду? Первое, нужно принять решение, в каком случае следует руководствоваться правдой и начать отслеживать собственное поведение. Второе, важно начать замечать ситуации, когда, зная или подбираясь к правде, мы вдруг решаем, что не стоит заходить столь далеко. Третье, желательно прекратить врать себе, проверять факты и не доверять слухам, а также радио, очень подленькому, ОБС, одна баба сказала, говорят на Украине. Четвертое, предстоит учиться выслушивать противную точку зрения, сколь бы противной она ни была. И пятое, желательно научиться анализировать любую информацию, не отметая ее сходу, как неподходящую под свою правду. Скрестим правду и кластеризацию, о чем у нас был соответствующий навык, и зададим вопрос, каковы особенности национальной правды, правды групп народов, населяющих те или иные страны, регионы Земли? Мне кажется, честность у немцев и у японцев в крови. Более правдивых народов я не встречал. Такое чувство, что почти в каждом сидит внутренний цензор или судья, а может даже и не один. Крайней противоположностью я бы назвал бы индусов, об этом мы уже много раз говорили. Вот они, негодяи, точно понимают разницу между правдой и истиной, отчаянно, нагло и безостенчиво пользуются ушлым толкованием понятий в выгодном только им свете. Китайцы своеобразны в вопросах правды, как, впрочем, и арабы. У них есть понятие, кому можно, а кому нельзя говорить неправду. Похоже на клановость, но это не она. Скорее, желание играть на своих инструментах собственную же музыку. Какие интересные кейсы, связанные с правдой своей, а также чужой, были в практике Олега Брагинского? Мне неоднократно доводилось в бытность работы шефа службы безопасности банка проводить разные расследования, и почти всегда находились группировки сотрудников, которые выступали с диаметрально противоположными заявлениями. Это, конечно, порядком отвлекало и вызывало подозрения в ангажированности и борьбе не за правду, а за честь мундира. Но когда я стал осваивать специальности рисковиков, кредитчиков, клиентщиков, то понял, что это профессиональная деформация, а не предубежденность. Вот тут-то я и понял, что точно правда у каждого своя, и это не фигура речи. Ну, а по опыту судебных заседаний вынес для себя неутешительный вывод. Государство интересует документы, а не факты. Не зря в лохматые годы говорили, без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Как будут звучать рекомендации относительно правды, что бы это ни означало для наших зрителей и слушателей, от Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг». Первое. Стремитесь к тому, чтобы ваша личная правда тяготела к познанию истины, там, где это разумно, целесообразно и предметно. Второе. Будучи экспертом, помните, что от вас зависит судьба других людей, которые вам априори доверяют. Третье. Не боритесь за вселенскую правду, отстаивайте интересы семьи, близких, родных и коллег. Четвертое. Не рубите правду матку тем, кто не просил. Некоторые страстно желают жить в иллюзиях. И пятое. Стремитесь к тому, чтобы ваша правда
приближалось таки к истине, хоть мы с Евгением многократно сказали вам, что это почти невозможно. Нужно ли что-то добавить под финал к этому философскому выпуску, Олег? Наверное, надо подытожить. Давайте вспомним то, с чего мы с Евгением начали. Мы считаем, что правда, она едина. Евгений правильно сказал, правда у каждого своя, истина едина. Но, к сожалению, взгляды разных людей на нее и создают свои правды. Вот такие вот размышления о том, что касается правды, как навыка картины мира, Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Поскольку правда – это не есть истина, а истина непостижима, получается тупиковый вывод. Правда у каждого своя, и эти картины будут неизбежно пересекаться. И, на мой взгляд, польза в правде в том, что как минимум вы, зная это, можете выяснить картину мира у своего визави, его правду, как бы вы к нему ни относились, какие бы эмоции ни испытывали. Такая позиция исследователя, которая поможет понять, как с ним говорить, как он видит мир. Ну а в случае наших зрителей и слушателей у нас, слава богу, с вами правда единая. Это подкаст «Траблшутинг». Олег Брагинский, Евгений Романенко – это мы. И каждую неделю мы делаем эти выпуски пожизненно. Вот такая вот нехитрая правда. Вы можете быть в этом уверены. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.